Новинка от компании Norsway. Чучела гусей SoftPlast 3D. Выполнены данные чучела из долговечного и износостойкого материала, который я решил проверить, покатавшись на снегоходе по одному из чучел при минус 15 градусов. И на самом деле, чучело осталось целым и невредимым. У новых чучел SoftPlast 3D, в отличие от обычных SoftPlast, более глубокий рельеф и мягкие анатомические лапки, которые при транспортировке можно убрать вовнутрь чучела. Так, для чего нужна эта платформа? Надо обратить внимание. Чучело, но оно сразу проваливается. Теперь одеваем платформу. Вставляем. Как надо, так и установили ее. Есть гусь, сел в профиле. Сел гусь в профиле, сел. Казарка. Казарка села. Готово. Стреляй там первый. Поворачивайся. Упреждение побольше. Бей. Есть! Красава! Вот и все. Вот и все, братан. Все четко, да. Сработано. Следующий это Вадим стреляет. Базара нет, на. Пятерочка делает все, да. Раз, резко. Пятерка, ребята, что делает? Пятерочка, братишка. Братишка. Надо этот его поставить, чтобы он тут тоже так. Как чучело было. Сюда? Четко я его срисовал, да? Да, да. Низко идет. Я идеально смотрю. Базара нет. Ты снимал? Нет. Я заснял, как он стрелял. Да? Камера садится, во-первых. Две полоски автора.